I have a copyright right of all the products, and the products are for the funeral or for the hotels, catering and so on. Эти продукты произведены в Германии, они на 100% производятся все в Германии, собственной компанией. И это производство, которое располагается возле Штутгарта. Ну, у нас существует весь спектр продукции, необходимый для ритуальных захоронений. The cemetery vases for cemetery, grave vases for the cemetery. You can put it into the earth, or you can put it on a plate on it, and you can have it in different colors. And these are vases for indoor, for the decoration, for the funeral homes. Окей, то есть это вазы, которые можно вставлять в землю или же ставить их на специальную подставку. Также они есть в разных цветах. А это вазы, которые используются для декорирования ритуальных домов. And these are the columns here. You can, it's a modular system. You can change the ring in the middle, then you can have another decoration. And you can the pots in together for easy transport, like this one. Okay, то есть эта колонна модульная, то есть можно менять соединительные составляющие для того, чтобы выбирать вариант декорирования для себя, а также из-за того, что они модульные, они удобны для транспортировки в разобранном виде. And you can have this modular system like a table or for Окей. То есть это пример модульной вазы, которая превращается в стол, или же вот модульная ваза, которая превращается в пипитр для того, чтобы произносить какие-то важные речи. А также модульная система, которую можно превратить в подставку для цветов и со специальным контейнером для льда, для охлаждения жидкости. Bigger table for the catering or for the funeral to put something when you have the the fire. Funeral. Yeah, it's for the funeral homes. Okay, а это пример модульной системы, которая превращается в стол, который можно использовать во время ритуала захоронения для размещения тех или иных предметов. The company is Sigmund Product Design with the trade mark. Is Avaseo, like for the funeral and cemetery, and the new company or the new trademark for the hotel is Avalino. It's not finished yet, the website, but the website is www.avaceo.de. Okay, наша компания называется Sigmund Product Design, и также у нас есть отдельная фирма, которая занимается сейчас декорированием отелей. The name for the hotels? Avaseo is the input the website, www. Ага. И также у нас есть отдельное подразделение, которое называется Avaseo, и сайт находится в процессе разработки, однако адрес его это www.avaseo.de.